14 февраля в Национальном театре Тувы пройдет премьера спектакля «Шурави». Война в Афганистане, боль утраты, страх и мужество солдат и тех, кто воевал за правое дело. Все это собрано в одном спектакле «Шурави». На сцене Национального театра Тувы проходят финальные репетиции. Каждый из актеров вживается в свою роль так, будто бы это история их жизни. 100% отдача спектаклю – это и есть дань уважения тем, кто так и не вернулся с войны, говорят сами актеры. Все передается через свой опыт. Данная роль мне, я, как бы скажем так, искал образ от себя, от своего опыта, от службы в армии, от тех обстоятельств, которые предполагаются в этом спектакле. И, наверное, всегда вот проживается через себя, через прошедший опыт. Очень много нового узнаешь все равно. Спектакль «Шурави» – это история ветеранов афганской войны. Текст для таких спектаклей не выдумывается, а составляется из фраз, сказанных во время общения и бесед с теми, про кого эти пьесы написаны, отмечает Альберт Хомушко. У всех ребят, которые служили в Афгане, у всех разные истории. У всех они воспринимают по-разному. И мы все приобщили одно. И там они могут узнать себя, каждому из этих ребят, солдат, которые они служили там. И что еще? Там достоверные все материалы, там не прикопаться. Там все документальные, все мои материалы мы только приукрасили, и все. Там никаких споров не должно быть, я так думаю. «Шурави» – так называли советских военнослужащих в Афганистане. Слово получило распространение сначала среди афганцев, впоследствии и среди ветеранов афганской войны.